Здравствуйте, друзья! Существует, наверное, целый миллион способов и рецептов приготовления яичницы. Я сейчас хочу, вот после трудового дня в саду, хочу на скорую руку предложить вам миллион первый способ приготовления яичницы и назву его, ну, пускай это будет яичное ассорти с овощами или овощное ассорти с яичницей, как вам более понравится. Для этого мне понадобится 2 крупных перца, 2 небольших помидора, вот я их разрезал каждый на 3 части. 1 крупная луковица, я ее разрезал вот послойно, вот так вот на кружочки. Вот у меня получилось 5 кружочков. Все это дело я притрусил приправой к шашлыку. Здесь есть полный перечень пряных трав, необходимых для приготовления практически любого блюда. Вот, специи, яйца, масло растительное, 2 баклажана, ну и, конечно же, лаваш. Без него никак. Зелень. Печурка уже горит полным ходом. Сковородка на месте. Заливаю растительное масло. Начинаем с лука. Наверное, нет людей, которым не нравится жареный лук. Я не знаю, то ли у нас это качество прирожденное, или может быть приобретенное во время поедания шашлыка. И тоже сюда помидоры. Ребята, а вам нравится жареный чеснок? А между прочим, это вкусно. Главное не засушить его до такого коричневого сухарика. Ну и пошел аромат на веса. Начал готов уже. Ну, покуда лук жарится, я готовлю перец. Вот такая вот красота. Ну, и готовлю баклажаны. Вот я специально не обрезаю вот этот хвостик. Ну, может быть, немножко укорочу. Вот. Как-то это более интересно, как-то более красиво. Особенно хорошо это будет детям. Вот. Срезаю вот так вот. Получается вот такая вот пластина. Это все пойдет на икру баклажанную. Сейчас я из лаваша приготовлю такие вот хрустики. Для этого я беру, ну, в общем-то, произвольно нарезаю лаваш какими-то дольками или квадратиками. Ну, вот так вот как-то. Хрустики из лаваша, они настолько вкусные, что не бойтесь нарезать лишних. Все, сколько они будут, они разойдутся прекрасно. Правильно было бы вот эти лавашные чипсики снимать на бумажное полотенечко, чтобы упитало в себя
излишки масла. Мой вам совет. Делайте вот так. Заправляйте любой соленой приправой. И это гораздо вкуснее картофельных чипсов. Вот будут у вас такие вот лавашные чипсики. Посыпаю приправой для шашлыка вот так вот. И отправляю на сковородку. И, в принципе, то же самое делаю с перчиком. Ну и пора. Я же говорил, что это блюдо очень быстрое. Ну вот, друзья, быстрый ужин готов. Я не учу вас готовить, я просто на своем примере показываю, как можно после работы быстренько приготовить вкусный ужин на природе, провести приятный вечер не перед телевизором, а на лоне природы. И наверняка вам этот вечер запомнится. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео. Жду ваши комментарии, лайк, удачи, живите вкусно.